Здравствуйте, вы на канале Волкодава 05. Это Муфаса. Муфаса очень агрессивный на людей кабель. Очень крупный. Килограмм 84-85 точно в нем есть. Если не больше. Я как-то с хозяином разговаривал, сейчас его нету рядом. Он говорил, что это мини-лимузина. Кобель достаточно длинный, очень мощный. Ну, видимо, она постоянно на цепи, поэтому задние ноги чуть подсели. А так очень достойный кобель. Сколько ему? 3 года, да? О, отличный материал для работы сейчас. Прям достойный, хороший кобель. Посмотрите на его толстые ноги. Если его погонять чуть-чуть, побегать с ним, то я думаю, что придет она в хорошую форму. Муфаса. Ай ты красавец, ай ты красавец. Что? 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 О, посмотрите на стену его груди. Он какой красавец. О, с большим недоверием к людям. Что это такое? Позови-ка его, позови. Ай ты, Муфаса. Ай ты красавец. Хороший ты, красивый кобель. Вот ты красавец. Шестипалый, да, тоже? Да, рабочие пальцы у него на задних лапах. Не просто висюлька, а именно рабочие пальцы. Муфаса, молодец. Друзья, пишите комментарии, оставляйте ваши пожелания. Подписывайтесь на наш канал Волкодава 05. Дальше будет еще интереснее.